Лето прошло, и сентябрь за окном. С 5 класса Диана Галдашева серьезно занимается вокалом. Вместе со своей учительницей Татьяной Сергеевной к каждому выступлению готовится долго и тщательно, выбирает репертуар, продумывает образ. Я с ней проводила все репетиции, приходила до уроков, после уроков, на переменах, вот, и мы все сделали. Актовый зал гимназии номер 13 встречает в своих стенах учеников, учителей и выпускников. Все они собрались здесь, чтобы поздравить «Альма-Матер» с круглой датой – 50-летием. За полвека учебное заведение выпустило более 3000 школьников, 262 из них – круглые отличники. В планах на достигнутом не останавливаться. Мы ставим задачи, чтобы повысить уровень, чтобы как можно больше деток у нас занимались кружковой работой, чтобы они развивали свои творческие наклонности, чтобы они развивали свои интеллектуальные способности, чтобы могли доказать на более высоких уровнях не только муниципальные, региональные, но и всероссийские. Когда-то учились здесь сами, теперь учат других. 11 выпускников вернулись в родную школу учителями. В их числе Наталья Пальченко. Она признается, с выбором профессии определилась сразу. Когда закончила педагогический университет имени Ленина в 1997 году, незамедлительно пришла в школу, где меня встретили мои же педагоги. Из 50 лет 40 Наталья Кузнецова работает в 13-й гимназии учителем начальных классов. За это время менялась не только она сама, но и школа, в которой трудится педагог. Ну, за это время, конечно, в школе многое изменилось. Школа стала гораздо лучше, красивее, уютней. Но ученики наши тоже стали более современными. Латино и вальс – необычное сочетание, но иногда танцам можно сказать больше, чем словами. У Анны Грибановой и ее брата получилось передать чувство любви и благодарности. Она признается, здесь встретила прекрасных педагогов и нашла настоящих друзей. Родной гимназии желает только процветания. Чтобы она оставалась такой же, потому что это самая лучшая школа. Я ее безумно люблю. Каждый год в гимназии появляются новые ученики, поэтому она всегда будет оставаться молодой, сколько бы лет ей не исполнялось. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».